А что испортило москвичей? Квартирный вопрос. Следующее наше стихотворение называется «Квартирный вопрос». А может, не что-то такое свадебное, застольно-свадебное? Я слепая по душе, остальное стерпится. С миром брай в шалаше, соглашайся, девица. Будет свадебный кураж после регистрации. И пятикомнатный шалаш в башне Федерации. Если тупит мамин зять, на карьерной лестнице можно трешку в центре взять, в трешку все поместится. И на трешку не нашел, не хватило малого. Вам и в двушке хорошо, слюбится в Измайлово. С двушкой снова недобор, дорогие сталинки, но он же у тебя не вор, не чиновник, ставленник. Строит группа ПИК новые шалашики. Можно студию купить где-нибудь в Балашихе. Строит группа ПИК новые шалашики. На маршрутке полчаса до ближайшей станции. Но ты ж не модная чикса из башни Федерации. Он же не король IT, а фрилансер средненький. Значит, комнату найти должен без посредников. В парне главное душа, лишь бы не на улице. Но аренда шалаша просто не разрулится. Дашь ему на первый взнос, матерясь и цокая. Так шалашечный вопрос губит все высокое. Так шалашечный вопрос губит все высокое. Так шалашечный вопрос.